Всем привет, с вами Алмазик, и это у нас видео по Among Us. Сегодня мы будем врубать читы, чтобы троллить игроков. Да, не советую, конечно, использовать читы, я знаю, это плохо. Это чисто для этого видео. Так что я сейчас щелчком пальца бац, и получается, мы перейдем в катку. И мы перешли в катку. У нас тут три предателя. И что мы делаем сразу? Что? Что это сейчас было? А я не понял! Что вы делаете в моем холодильнике? Угу. Кстати, у меня сегодня день рождения, поэтому, пожалуйста, подпишитесь. Серьезно, ну вот... Я ждал год этого дня и... Подпишитесь, чтобы поддержать меня. Тем более это Among Us, который сейчас популярен очень сильно. Блин, надо кикнуть кого-нибудь. Буду опять предателем. С челиком, естественно. Не знаю, почему света так мало, но сейчас мы это исправим. Берем, и теперь мы все видим. Давайте сразу у челика появимся и убьем внучку. Вот. Давайте зарепортим. И для меня сразу же... Это заканчивается, но у них это продолжается. Вот, вот так вот. И сейчас мы сделаем самую главную вещь. Мы должны сейчас электричество отключить. Точнее, не электричество, а... Что происходит? Почему я не могу этого сделать? В прошлой катке вроде получалось... А в этой почему-то нет. Может, потому что уже свет, типа... О, давайте его убьем, и мы выиграли. Это было достаточно легко, но это читы, естественно. Давайте я сейчас... Ну, точнее, мы уже сейчас перейдем в следующую катку. И мы перешли в катку, и мы одни предатели, вот... В этом самый кайф. О, сейчас у нас получается мы отключим. Давайте вот сюда вот. И вот так вот. И для меня сразу голосование закончилось. То есть мы в это время можем делать все, что угодно. Вот. И естественно мы отключим. Получается, наш любимый, как обычно. Это как там его? Ну, короче, О2 кислород его. Нет. Это не мы. Давайте им немножко поможет. Но это им не поможет все равно. И это было достаточно легко, но это не самое главное, то, что я для вас подготовил. О, самое главное еще впереди. И дальше у нас будет все двери, но они закрыты. Сейчас мы специально не будем импостером. Окей. Сейчас, по идее, да, мы член экипажа, и у нас один импостер, и все двери, они закрыты полностью. И что будет делать импостер, нам непонятно. Если он убьет, все узнают, кто он. Сейчас уже троллинг импостера, потому что ему нечего сейчас делать, кроме того, чтобы уничтожить одного, и все узнают то, что это он. Вот так вот.
Давайте нажмем уж. Так. И давайте сделаем вот так вот. И мы выиграли. И извините, конечно, за рекламу, но вот так вот получилось. Они сейчас будут писать что, как, почему. Также у меня тут все открыто, все до единого штуки. Так, давайте сделаем скин из Хенри Стикмана. И мы предатель. Ну, сейчас будет немножко повеселее. Совсем чуть-чуть. Потому что мы сделаем вот такой же. И поменяли немножко цвета у всех. А теперь давайте шляпу. Так. Кто же это? Кто же это может быть? Давайте проголосуем за полицию и сделаем одну штуку. Вот и end. И по идее сейчас должно все закончиться. Да, и сейчас он выкинется. Да. То есть мы можем управлять этой игрой. Но это не самое главное. Самое главное еще впереди, да. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас возьмем и вот возьмем вот так вот. Угу. Значит, кто же это может быть? Сейчас мы возьмем и, допустим, за импостера. Он, наверное, импостер. Вот. Но, блин, за нас, к сожалению, проголосовали. Жалко, но все равно нам сейчас придется. Thank you.
сервер. Так. Там. Что? Что? Нет, это не я. И специально подаю. Так. Пока придут все. Стоял, ждал, пока придут все. Давайте за меня все. Поври тут. И сейчас. Давайте. Сейчас будет самое интересное. Следите, что сейчас будет. Так, давайте. За меня все. Ага, давайте, меня. Давай, Мэтт Фокс. Да, ура. И сейчас. Сейчас, по идее, мы должны быть... Мы должны жить. Да. Мы живые, видите? То есть мы можем ходить и все делать, типа. Ну, окей, импостер нормальный. Ну, вы видели, что сейчас было. Да. Класс, возрождение. Карточка, обожаю. О, просто узнал недавно вот эту вот штуку. Гайд, так сказать. Так, пошлите наверх, мне кажется, это сырок. А почему я не могу собрание делать? Окей, может, труп найдем где-нибудь. Так, давайте повыполняем задания, таски. Как их называют? Зочи. Зочи. Го опять меня. Блин, они меня опять не могут. Только, наверное, импостер может меня прибить. Я за надежду буду. Спросим, кто-нибудь видел меня? Спросим. Надежда. Минус надежда. Надежды больше нет. Оказалось одним из предателей. Ноль предателей осталось. Все. Я вам показал очень много достаточно способов
затроллить игроков в Among Us. Если вы хотите еще таких видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, наверное, я больше буду снимать Among Us, если вам, конечно, это нравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставайтесь решительные. Надеюсь, мы до Нового года успеем набрать 100 подписчиков. А вы, наверное, знаете то, что я на 100 подписчиков покажу свое лицо.